Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вам, наверное, уже понятно, что мы вместе с генеральным директором, генеральным конструктором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким находимся в экотехнопарке SkyWay. Я замолкаю, все остальное пусть расскажет он. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит, сколько уже привезено ферм и в чем их преимущество перед, ну, если есть какие-то подобные аналоги, вот перед ними? Ну, здесь не фермы, здесь элементы ферм. Мы собираем фермы, струнные фермы, на пролетах из элементов длиной 12,5 метров. Это 4 элемента на пролете 50 метров. Здесь будут собраны половинки ферм. Вот на специальном стапеле, а потом это будет перевезено на строительную площадку, на пролет. И уже на пролете будет из двух половинок смонтирована ферма на пролете. Это тоже как бы заготовка пролета. Я обращаю внимание на то, многие этого не понимают, думают, ну подумать, что-то сварили там какую-то конструкцию, это любой дурак придумает. Мы делаем не просто строительную конструкцию, мы делаем эстакаду. Причем транспортную эстакаду высокоскоростную. Это совсем другое дело, чем, допустим, перекрытие там здания, чтобы крышу поставить. Там нет, например, такого понятия, как ровность, или там, точность, или жесткость, или нагрузка там, 100 миллионов циклов нагружения. При этом ни сварка, ни элементы не должны потерять устойчивость, прочность, там не должно быть концентратора напряжения и так далее, и так далее. Так вот. Поскольку мы строим эстакаду высокоскоростную, транспортную, то при скоростях 500 км в час поведение подвижного состава зависит в основном от ровности пути. И на пролете в 50 метров требуемая ровность, вот, иногда говорят, струнная это что-то такое, балалайка, гитара, там все будет прыгать, скакать и так далее. Это абсолютно неверно. Ровность пути должна быть плюс-минус 7 миллиметров на пролете 50 метров. При этом для чего это нужно? Чтобы была комфортность движения. Мы же делаем транспорт, и в салоне, в кресле, где сидит пассажир, колебания, амплитуда колебаний, ускорение должны быть выше допустимых, чтобы он не испытывал дискомфорта. Поэтому мы проектируем дорогу, где комфорт, вот даже при таких скоростях движения, будет, ну, примерно аналогично, если вы сидите дома на диване, смотрите телевизор. Вот примерно так, да? Это очень сложно добиться. Представляете, неровность 7 миллиметров на пролете 50 метров. Причем неровность обусловлена строительными погрешностями. Строители не идеально строят, да? Неровность обусловлена собственным весом. Ведь конструкция прогибается под нагрузкой, да, под собственным весом. И еще динамические неровности, потому что при проезде транспортного средства конструкция начинает тоже изгибаться. И что такое, допустим, там 5-7 миллиметров на пролете 50 метров? Это жесткость относительно, ну, порядка 1/10. Чтобы понимать, это жестче моста капитанного 10 раз. Капитанные мосты, по которым ездят сегодняшние скоростные дороги, железные, где ездят поезда, 1/800, ну, 1/1000, а тут 1/10, потому что с балалайкой и с гитарой сравнивать это никак нельзя, да? Ну, это во-первых. Во-вторых, это уникальная конструкция, потому что, ну, я бы сравнил это с эстакадой, допустим, построенной японцами, которая была построена японцами на острове Тайвань. 10 лет назад примерно они ввели ее в эксплуатацию. То есть это даже не синкансен, а что-то более современное? Да. Ну там она в основном эстакаде, потому что там сложная местность на Тайване, так? Там горы, предгорья. Поэтому значительная часть, большая часть дороги, она, по-моему, длиной 342 километра, проходит в эстакаде. Вот наша эстакада. Ну, здесь металла на пролете. Для двухпутной дороги, это однопутная дорога, ну, метр, килограмм, на погонный метр килограмм 500. А на пролете 50 метров, ну, если умножить на 50, там 25 тонн. Что построили японцы?
с их, ну, супер современными технологиями. А обращаю внимание сразу на пролет. Они смогли построить только пролеты 35 метров, у нас 50. Чтобы понимать поведение пролета, допустим, жесткость и другие характеристики, зависят от куба пролета. Потом, если пролет, допустим, в два раза больше, то 2 в кубе, 8 раз он ведет себя хуже. Менее жесткий и так далее. Поэтому 35 метров пролета они построили, у нас 50, это две большие разницы. Так вот, на пролете 35 метров у них лежит две балки железобетонные, они собраны с кусков, потому что нет подъемных кранов, которые подняли такой вес. Каждая балка весом 800 тонн на пролете 35 метров. Это 1600 тонн две балки. Потом лежит плита железобетонная, шириной, по-моему, 11 метров, весом около 1000 тонн. То есть надо еще добавить 1000 тонн. Потом уже на плите лежит рельсошпанная решетка на щебеночной подушке. И получается, что на пролете материалов, ну, в основном железобетона и арматура, ну, где-то порядка 4000 тонн. И нагрузка на опору столь значительная, что под каждой опорой установлены 4 бура набивные сваи диаметром 2 метра каждая, вот 1,70 метра размаху, за больше 2 метра, нет? 2 метра каждая диаметром и длиной до 6-7 метров. То есть на одну сваю ушло примерно столько же бетона, сколько наша станция. На одну сваю, а там 4 сваи. При этом это не просто анкерная опора, да, это же анкерная опора, совмещенная с пересадочным узлом. И две станции, городская и высокоскоростная, еще будет музей SkyWay. Поэтому, естественно, что та эстакада, вот, которую построили японцы, она стоит больше 100 миллионов долларов за километр. Наша эстакада, ну, это в белорусских ценах, будет стоить от 3 миллионов долларов за километр. При этом у нас прочность эстакады будет выше, долговечность выше, ровность пути будет выше, поэтому можем на ней достичь большей скорости. Поэтому не просто железяка. Это совершенное изделие, где применена для расчета высшая математика, знание сопромата, теоретической механики, теории упругости, законов физики. А не просто, как многие думают, что собрались студенты где-то в сарае, что там коленкой нарисовали, и это было построено. Нет. Я думаю, что это и не думают наши зрители, поскольку все были свидетелями недавнего посещения нашего стенда послом Японии и предложения о сотрудничестве. И мы, напоминаю всем, в начале и где-то в середине, даже чуть раньше, весной следующего года, будем участвовать в двух конференциях в Москве и в Минске с представителями японского бизнеса. Да, это так. Анатолий Эдуардович, я думаю, по большому счету с пассажирской высокоскоростной линией более-менее понятно. Вот если бы вы могли еще прокомментировать появившиеся новые объекты, а именно высокие промежуточные опоры на легкой линии, все были бы вам весьма благодарны. Давайте прогуляемся туда. Давайте прогуляемся. Анатолий Эдуардович, наши зрители вовсю уже начали обсуждать показанные не так давно в одном из репортажей эти промежуточные опоры. Расскажите, пожалуйста, в чем их уникальность, ну и какой вид транспортной линии здесь будет? Может быть, кто-нибудь еще не в курсе? Ну, здесь это обратная линия будет, она трехпролетная. 200 метров, 400 метров, 200 метров. Там будет подъем, чтобы показать, как уклоны мы берем и поднимаемся с одной высоты на другую. Потом проезд по пролету 400 метров. Ну, вообще максимальный пролет мы можем делать
3 километра при использовании стальных канатов из стального профиля. Если использовать композиты, то можно до 5 километров сделать пролет. И там будет снова спуск, чтобы показать, как спуск. А потом это все развернется, и на небольшой высоте, здесь высота порядка полуметра будет от дна юнибуса, то есть можно будет местами даже 20 сантиметров будет, чтобы показать, что мы можем ехать и на малой. Это в зависимости от рельефа местности, да? Нет, мы специально здесь, чтобы показать. Но многие говорят, ой, как с высоты, что, сигать, что ли? Хотя у нас будет система эвакуации. Да не всегда можно с высоты как бы сигать. Можно просто открыть дверь и выйти на траву. То есть мы можем ехать на высоте 10 сантиметров. Но если взять трамвай, он ведь пол едет над асфальтом на стену, сантиметров 30. Клиренс вы имеете в виду? Нет, я имею в виду пол. А, ясно. А не зазор, да? Мы можем еще на меньшей высоте ехать. И при этом мы не будем портить ту поверхность, по которой мы едем. Потому что путь он сверху. А здесь? А эффект экрана не будет возникать в данном случае? Для городского транспорта, где скорость там, до 150 км в час, это не так существенно. Эффект экрана возникает при скоростях уже там, 250-300 больше км в час. При высоких скоростях. Поэтому это промежуточные опоры. Канкерные идут по концам, которые испытывают значительные нагрузки, как вертикальные от веса, ну, видно, что какой пролет, да, так и подвижного состава, так и от наклонной путевой структуры, ведь она же напряжена, поэтому наклон создает тоже вертикальную нагрузку. При этом здесь будут еще существенные ветровые нагрузки, естественно, мы это учитываем. При этом мы делаем сочетание, что с вероятностью раз в 100 лет, что подует сильный ветер, в это время ударит мороз, то есть сочетание неблагоприятных нагрузок. Естественно, с учетом этих как бы нагрузок и расчетной конструкции. Опять же, это не на коленке все сделано, это с помощью расчетных программ, очень сложных достаточно, да, методом конечных элементов, поэтому я абсолютно уверен в правильности расчетов. И видно, что конструкция – это еще не вся же опора, ну, ее вертикально несущая часть, она достаточно простая и, я считаю, красивая, легкая. Почему? Мой подход, как инженера, к всему, что я делаю, а инженер уже я почти 50 лет, как инженер, так, это эстетичный, ну, если характеризовать, да, понятие это, эстетичный, конструктивный минимализм. То есть на первом месте эстетика, потом все, что мы делаем, оно красиво. Второе, конструктивное, то есть все должно быть конструктивно. С инженерной точки зрения. При этом минимально с точки зрения расхода материалов, конструкции, с учетом стоимости, то есть минимизация всего, что можно без, естественно, ухудшения качества, прочности, долговечности, надежности и так далее. И поэтому здесь, там многие говорят, а почему растяжек нет? Это не цветопередачи, они некрасивые. Там всякие оттяжки и так далее, здесь их нет. Здесь это рама, потому что будет пару перемычек, которые дадут нужную жесткость при боковом ветре. Продольную жесткость даст путевая структура, которая будет подвешена, и она будет держать опоры от падения в эти обе стороны. А на поперечную нагрузку будет работать рама, которая тоже рассчитана, естественно, на вот эти максимальные нагрузки. Спасибо большое. И еще один вопрос. Насколько я понимаю, уже заканчивается, ну, скажем так, наступает финальная стадия монтажа путевой структуры низкой части, и вскоре после этого, не дожидаясь строительства высокой, мы можем начинать испытание подвижного состава, именно юнибуса и юнибайка, который мы показали вот уже за месяц на трех выставках. Так ли это? Да, мы так. При этом мы как бы начнем испытания еще не на смонтированную полностью конструкцию. Для того, чтобы показать как бы, ну, крайние, что ли, случаи, аварийные случаи. Представьте, мы начнем испытания, когда вот там эстакада не будет полностью готова. Там не будет никаких струн, не будет бетона. А тем не менее подвижной состав юнибус может ехать. Это какой случай? Представьте, террористы взорвали слева и справа, нет пролетов. Ну и что? А юнибус может ехать. Дорога функционирует, да? Струны оборваны. Ну и что, там такие запасы прочности, что без струн будет тоже работать.
Ну, естественно, при других скоростях. И при этом мы тоже Юнибус покажем сначала не полностью, как бы, в полном функционале, а мы сначала будем испытывать с одним мотор-колесом. Вот представьте, что что-то случилось. Отказали три колеса из четырех. И мы хотим показать и тоже протестировать на одном мотор-колесе. Потом на двух мотор-колес, потом на трех, потом на четырех. То есть от обратного. То есть мы пока строим, так лучше вот с конца-то и начать демонстрацию. При этом эти случаи настолько маловероятны, допустим, отказ всех там четырех двигателей, это там одна миллиардная, может быть, вероятно, даже еще ниже. Вот если взять авиацию, вот насколько я знаю, был только один случай отказа трех двигателей из четырех. Это случай был в Иркутске, ну, порядка, по-моему, 10 лет назад, когда на взлете, по-моему, Руслан, самолет с четырьмя двигателями. Три двигателя заглохли, потому что не тот был керосин, обзывал шуга и лед. И этот лед забил фильтры. И двигатели остановились, и на взлете самолет упал на город. Сгорело около, там, сотни тонн керосина, сгорело около 100 человек, понимаете? Вот такие аварийные ситуации. И вот представьте, что у нас будет в Юнибусе, вот по каким-то причинам, вот как и тут, да, три двигателя из четырех отказали. И что? Он работает. И трагедии нет. Все живы, будут здоровы, никто не погибнет. И мы вот эту разницу покажем. Спасибо большое. Пожелаем нам всем успеха на финальной стадии. Я думаю, никого уже нет сомнений, что где мы, там этот успех обязательно будет. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-systems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда даже японцы посчитают за честь обменяться с вами опытом. Ну и концовочку, Анатолий Эдуардович. Строй Skyway и спасай планету. Так, ну что, друзья, после таких слов, конечно, министра энергетики просто одно удовольствие начинать репортаж, начинать наш вебинар. Конечно, вопрос, когда министр энергетики говорит, вот это инновация, мы вас обеспечим энергией, все, конечно, здорово, все замечательно, вот, будем работать. Вот. И последний вопрос, видели, когда он радостно уходил, ну, если чем-то надо помочь, давайте, мы всегда рады вам помочь. И Юницкий им так говорит, что, друзья, вот самая большая от вас помощь, не мешайте. И это, друзья, как раз вот максимум, что сейчас нам от Беларуси есть самое благоприятное такое слово, что нам не мешают. То есть они спокойно наблюдают, они смотрят, а у нас есть возможность строить, делать, показывать, приглашать инвесторов, делать производство. Это как раз, друзья, того, чего у нас не получилось в Литве, это того, что у нас не получилось в России, вот, по разным причинам. Поэтому на сегодняшний момент это Белоруссия, вот, это сегодня белорусская компания ЗАО «Струнные технологии», это белорусская технология. Вот, и, в общем-то, друзья, наверное, это не то, что наверное, а это абсолютно справедливо. Это абсолютно правильно, вот, это абсолютно закономерно. Вот. Естественно, что сегодня адресные проекты и первые уже демонстрационные готовятся в Австралии. То есть вот 28, 29, 30 будет большая делегация с Австралии в Мариной Горке. Приезжает Род Хук с основными экспертами, именно ключевыми экспертами Аурикона, то есть это компания, инжиниринговая компания, которая является партнером ЗАО «Струнные технологии», партнером компании Skyway, которая проектирует именно уже станции для с анкерными опорами, именно высотные станции. И эта компания, у нее есть очень хорошее реноме, есть что показать. И сегодня это основной подрядчик по исполнению инженерных работ, проектирования для самого высокого небоскреба в мире, в Дубае. Он там, у них там 1400, если мне память не изменяет, с чем-то метров. Вот, поэтому это серьезные партнеры. Едет сенатор
этого штата, где находится Аделаида, где будет строиться первый адресный проект. Едут ряд инвесторов, которые рассматривают уже проекты на территории Австралии с применением технологии SkyWay. То есть этот процесс идет и очень активно. Соответственно, к этому времени уже будет закончен монтаж. Вот как вы в репортаже, который перед министром энергетики показал Михаил Кириченко, что идет монтаж уже сегодня путевой структуры и городской, совмещенной городской системы Юнибайка, идет монтаж первого разгонного блока с скоростной трассы, но сейчас, конечно, приоритет это именно показать все преимущества технологии SkyWay для городской системы. И вот здесь вот, друзья, Алексей, давай, наверное, запустим репортаж Михаила, и вот там, где будет опора, просто можно остановить, или отдельно фотографию, где у Михаила на заднем плане стоит опора. Я просто, друзья, хочу несколько прокомментировать и сказать несколько слов, чтобы вы именно акцентировали на возможности сегодняшней технологии. Вот когда показывают пересадочный узел, а сейчас, видите, уже идет утепление, остекление, наверху уже готовятся сады, то есть те, которые будут совмещены именно уже с экопроизводством продукции именно сельхозназначения, то есть это озеленение и совмещение станций, то когда звучит фраза, что пересадочный узел, у которого пропускная способность 50 миллионов, то, друзья, те, кто не понимает, скажем так, этой цифры, для них, ну и что, ну, 50 миллионов, ну и что, что 50 миллионов. Вот как раз Алексей поставил сейчас, видите, у Михаила Кириченко, если он к нам стоит лицом, значит, с левой стороны, где микрофон, стоит промежуточные опоры, которые будут поднимать трассу на высоту, там где-то 15-20 метров, соответственно, она туда будет проходить, видите, с левой стороны стоят промежуточные опоры, это небольшие Г-образные опоры, которые, ну, эти чуть толще, чем фонарные столбы, но, друзья, это сначала мы планировали и задумывалось как именно легкая прогулочная трасса для юнибайка, но потом Анатолий Эдуардович именно с инженерной точки зрения усложнил задачу, он совместил ее уже с легкой городской системой, вот, которая юнибус был показан уже в который был показан в Берлине и вот сейчас в Минске. И таким образом сейчас, видите, друзья, с одной стороны это стоят опоры через 40-50 метров, по которым пройдет ровная трасса в одну сторону, а возвращаться она будет тремя пролетами, там будет разворот у юнибуса, у юнибайка, и обратно он будет проходить трассы 200 метров, то есть вот она опора, после нее он будет проходить еще одна трасса, здесь будет стоять еще два таких же столба, это 400 метров, и потом еще 200 метров, то есть таким образом вот эти три пролета, они дадут 800 метров, то есть это без удорожания путевой структуры. Друзья, казалось бы, ну что в этом такого важного, и я могу сказать, что как когда презентовали это для Сименса, для первого вице-президента Сименса, он когда услышал, что для вот этой машины юнибуса пропускная способность одной трассы, то есть вот эта трасса может возить 300 тысяч пассажиров в сутки. 300 тысяч. Это, друзья, столько, сколько возит одна ветка московского метро. У нас около 20 веток. Вот, значит, соответственно, где-то около 11-12 миллионов у нас сегодня метро перевозят, ну, обычно оно возит 9 миллионов, в пик оно может перевозить, максимум рекорд был в 1987 году, оно там перевезло 12 миллионов тонн, ой, тонн, все это, 12 миллионов пассажиров, значит, это пик, то, что может перевозить московское метро. Так вот, одна ветка возит там 200-250 тысяч пассажиров. Юнибусы, которые сегодня, они перевозят 300 тысяч пассажиров в сутки. Это одной веткой. Значит, соответственно, если будет 10 таких, 20 веток. Но, друзья, чем регулярно отличается? Вы видели станции, которые вот анкерные опоры показали, это основа станции, которая принимает напряжение. То есть это, по сути, технологическая основа станции метро. Мы видели, насколько она простая? То есть там стоит две небольшие конструкции, которые смонтированы за 20 минут. То есть вы можете себе представить, чтобы станцию метро, основу ее могли смонтировать за 20 минут? Или чтобы, допустим, за неделю было спроектировано, изготовлено и смонтировано вот эта вот промежуточная опора, которая будет поднимать и проходить пролет в 400 метров. Вот теперь, друзья, что это позволяет сделать? И вот теперь мы вам специально это говорим сейчас, друзья, потому что через неделю вы там
в считанные недели вы увидите уже монтаж этой системы, а через месяц вы увидите уже ходовые испытания. И чтобы не было такого вопроса, ну и что? Вот. И как сказал Алексей, эти трассы начали строиться только в мае месяце, легкая система. То есть, а вот эта промежуточная опора, которая сегодня, она вообще смонтирована, спроектирована и смонтирована за последний месяц и изготовлена. Вот. Не говоря уже о том, что сами юнибусы и юнибайки изготовлены менее чем за полгода, то есть так, где-то 4-5 месяцев. То есть срок, друзья, изготовления и вот сейчас приступление к испытаниям, он просто неимоверный. Так вот, друзья, сегодня это полный аналог воздушного метро. Это 300 тысяч пассажиров в сутки. Но первое, это более чем на порядок, это даже почти на два порядка дешевле, чем сегодняшнее метро в строительстве. И потом, это более чем на порядок дешевле в эксплуатации. И что самое главное, друзья, сегодня можно четко заявлять, что технология Skyway, инженерная компания, которую возглавляет инженер Юницкий, сегодня может предложить концепцию городского транспорта, который в течение 5 лет любой мегаполис мира может избавить от пробок. Друзья, это сильное заявление. Вот скажите, кто еще сегодня может заявить, что он может полностью решить транспортную проблему любого мегаполиса? Автомобиль? Нет, друзья, в принципе, сегодня все понимают, автомобиль только будет усложнять городскую систему, потому что их становится все больше и больше, пропускная способность дорог ограничена, эстакады сегодня строить дорого и сложно, поэтому проблема с автомобилем будет только нарастать. Эстакадный транспорт выставить второго уровня, в сегодняшних городских условиях его невозможно построить, поэтому единственное решение — это метро. Поэтому его сегодня копают, не в зависимости на неимоверную дороговизну. Второе, не неимоверную дороговизну в эксплуатации, потому что сегодня миллионы кубов воды выкачиваются из московского метро, а про питерское метро, друзья, я боюсь даже говорить, потому что там есть в болотах, где проходит метро, там вообще круглогодично намораживают, представляете, намораживают лед для того, чтобы избежать движение путевой структуры. То есть это неимоверно дорого. Ни о каком вопросе окупаемости или это даже речи быть не может. Вот. Соответственно, когда предлагается система и концепт, то есть сегодня можно четко утверждать, пролеты 200 и 400 метров, они позволяют перейти с любой улицы на любую улицу, они позволяют пройти любой авиадук, пройти любую преграду, которую необходим. Более того, на следующий год Юницкий покажет 800 метров, а к концу следующего года уже 1,5 километра. Во всяком случае, о таких проектах сейчас уже речь идет. А в принципе, на мой вопрос, а сколько теоретически возможны сегодня пролеты для сегодня юнибайков и юнибусов, значит, соответственно, Анатолий Эдуардович сказал, что сегодня он прорабатывает вопрос уже и до 3 километров. Естественно, там нужно несколько более серьезные технологические решения. А вообще, возможно, до 5 километров. Так вот, друзья, и это все без вантовых мостов, это без усложнения системы. Так вот, друзья, вот казалось бы, сейчас перед вами такая небольшая картинка, где стоит 2 столба, где какие-то Г-образные вещи. Вот, так вот, друзья, это почему сейчас очень важно показать, и чтобы, потому что через там 2 недели все будет смонтировано и будет казаться, ну и что, друзья, это есть. Так вот, это началось все строительство менее 3 месяца назад. А вот сегодня промежуточная опора и того меньше, потому что этот концепт возник уже вот буквально по ходу того, как сегодня идет. При этом, друзья, монтаж разгонного блока, фермы, которые сегодня идут, которые находятся, видите, чуть левее, там, где стоят промежуточные опоры, это также идет, и сегодня идет уже установка изготовление и установка поля. Это, друзья, процесс, который к этому отношения имеет. Так вот, друзья, чтобы вы понимали, вот эта система, которую сейчас Михаил, видите, на фотографии стоит между системами, которыми решат все проблемы всех мегаполисов мира. Всех. Потому что их можно сделать на любой улице, это вдоль вместо фонарных столбов или совмещая их с фонарными. Анкерные опоры могут занимать всего 6-8 квадратных метров и монтируются они за считанные минуты. Соответственно, это поворотные опоры. Можно поставить любой высоты промежуточные опоры, выходить на высоту и проходить пролеты 200, 400, 800 и 1,5, соответственно, километра без удорожания путевой структуры. И это, друзья, то, что сегодня изготовлено, и в ближайшие, как вы в репортаже слышали, в ближайшие дни, сколько это мы увидим, это будет уже переходить в испытания. Так вот, друзья, чтобы понимали, ни одна сегодня технологическая школа, ни одна технология не может заявить, что она сегодня решает все транспортные проблемы мегаполиса.
А мы, друзья, можем позволить себе это сказать, потому что действительно подошли к решению, когда позволяет решить все транспортные проблемы. Причем второй момент, друзья, что наш... Так, наверное, Алексей, давай тогда фотографию, где у нас стоит Юнибайк и Юнибус. Это вот из твоих слайд, которые идут по это самое. Можно поставить один, вот, где стоит Юнибайк и Юнибус. Я тоже еще акцентирую внимание на именно городской системе, потому что очень много было вопросов, кто видел, кто находился, что... А почему? Вот, да, вот, друзья, вот пускай эта картинка стоит, она вот просто идеальная. То есть мы с вами отдельно посмотрели сейчас путевую структуру, которая монтируется, делается и в ближайшее время будет подготовлена. А вот подвижной состав, то есть это Юнибус и Юнибайк, который будет испытываться, делаться, который будет основой всей городской инфраструктуры транспортной в ближайшие 3-5 лет. Именно Юнибайк и Юнибус. Вот. И про Юнибайк мы вообще будем отдельно говорить, потому что это оказалось настолько мощная находка. Мы вот думали, что это просто легкая схема входа в транспортный сектор, чтобы никого не напрягать, что это туристический прогулочный велосипед 21 века. А что, друзья, реально превратился наш Юнибайк, сейчас даже трудно говорить и анонсировать. Чуть Алексей тоже эту интригу вам добавит. Просто, Алексей, ты тоже не так явно сегодня сказываешь, что будет с нашим Юнибайком. В Юрмале мы покажем, друзья, первые чудеса, которые будет открывать этот Юнибайк. И я могу сказать, что мы удивим очень многих, как, что такое будет Юнибайк. Но это будет только одна из многочисленных функций, совмещены будут в нашем Юнибайке. Поэтому Юнибайк — это вообще, друзья, уникальная вещь, и за ним такое будущее, которое сегодня многие из вас даже просто не представляют. Так вот, друзья, на заднем плане стоит Юнибус. Это задают вопрос, а почему там нет кресел? Почему тебе там не надо сидеть? Я, соответственно, сначала чисто машинально ответил, а потом, когда стали уже продумывать, и у Юницкого эта мысль очень так хорошо прослеживала, что, друзья, когда вы заходите в лифт, допустим, вы поднимаетесь в небоскребе на 100-й этаж, там тоже почти 5-7 минут подниматься, вот, вы спрашиваете, а почему, в лифте нету посадочных, почему нету кресел. Хотя там, видите, вот на заднем плане, ну, в смысле, на задней стенке стоит два посадочных места. Это все-таки из 14 человек, которые там едут, то мало ли, больные, беременные, немощные, чтобы они все-таки могли посидеть. Тут весь вопрос. А если там будет 5 беременных? Ну, во-первых, друзья, юнибусы идут с периодичностью в 1 секунду, вот, поэтому, ну, пропустите через секунду, через 2, через 5, через 10. Вы сядете там, где можно будет сесть, и поедете дальше. Так вот, друзья, почему эта логика городского лифта? Потому что сеть вот этих вот легких трасс, которые сеткой будут находиться на мегаполисом, вы в течение со скоростью 150 км в час, вы из любой точки Москвы в любую точку Москвы можете приехать за 10 минут. Соответственно, в этом плане зачем вам надо кресло, зачем вам сеть, если вы спокойно сели, посмотрели по сторонам, и через 10 минут вы приехали в любую точку Москвы. Может быть, с одной пересадкой, может быть, без пересадки. Поэтому сегодня логика городского транспорта переходит в логику лифта. Это горизонтальный лифт, который перемещает вас из любой точки мегаполиса в любую точку мегаполиса. Причем быстро, бесшумно, экологически чисто и очень дешево, то есть дешевле, чем сегодняшнее метро. Поэтому это сегодня логика лифта, который находится на втором уровне, горизонтальный лифт, который соединяет разные точки города. Поэтому, друзья, он без кресел, то есть два места просто для того, чтобы, если кому-то это необходимо, они сидели. Второй вопрос тут задавали про инновационный пол, почему он зеленый и изображен в виде травы. Это, друзья, не просто так, это не прихоть, это не дизайнерское. Это абсолютно взвешенное решение, потому что когда вы находитесь на высоте 5, 10, а иногда 20 и 50 метров, то у вас нет под ногами, соответственно, вы не видите под ногами черное пространство, и у вас ощущение, что вы находитесь в комфортном условии, вы над землей. Если сделать черный или темный пол, у вас сразу возникнет ощущение высоты. Это я могу сказать как бывший человек, имеющий отношение к авиации, особенно к парашютному спорту. Вот, поэтому, когда у вас есть вот эта вот приближающаяся зеленая подушка, высота чувствуется очень-очень-очень сильно. Поэтому зеленый пол, а еще на нем нарисованы фотографии бабочек, стрекоз, то это, во-первых, это создает очень веселое настроение, во-вторых, это убирает ощущение высоты. И второе, очень важное, это очень прочный сэндвичный пол,
который является собой и очень прочную технологическую панель, и в то же время через него идет обогрев, то есть это система, которая обогревает, и в то же время, которая защищает сам корпус, потому что через него идет основной каркас. И задача была сделать его очень тонким, очень прочным и очень функциональным. И вот все эти задачи сегодня у этого инновационного пола в Юнибусах решены. Таким образом, друзья, это городской лифт, это система, которая перемещает все население мегаполиса из любой точки в любую точку с пропускной способностью 300 тысяч пассажиров одной веткой, соответственно, с ценой проезда гораздо дешевле, чем сегодняшнее метро. Вот. И исходя из этого, очень интересный сегодня вопрос, когда задают вопрос, а сколько стоит километр дороги? Вот. На что сразу я начинаю в лоб спрашивать вопрос. А вот вы когда хотите купить квартиру в доме, вы спрашиваете, а сколько стоит метр лифта? То есть вам зачем знать? То есть, ну, можно спросить, сколько стоит весь лифт, можно спросить, сколько стоит кабина, можно спросить, сколько стоит машина подъемная, электрическая. Но с другой стороны, ребят, а вам зачем это знать, сколько это стоит? Как минимум, я думаю, что когда вы покупаете квартиру, вы интересуетесь, сколько стоит квадратный метр жилья, вообще реально, сколько стоит квартира. А еще реально, сколько вы будете платить за проживание в этой квартире? Вот это, друзья, объективный вопрос. Вот точно так же и здесь, так как сегодня система городского лифта входит в общую систему, то сколько она стоит? Более того, у нас есть решение, когда они будут подниматься эти на большие высоты, то есть на 100 метров на высоту, и они будут совмещены, анкерные опоры будут совмещены с зданиями. Так вот, я могу сказать, что стоимостью дороги можно пренебречь, потому что 200 метров, которые будут давать недвижимость, они будут, соответственно, покрывать всю стоимость дороги, и можно сказать, что ездить там все еще будут и бесплатно. Вот. Поэтому это, друзья, абсолютно другая логика, которая сегодня ходит. И ее тоже надо очень важно понимать. Вот. И сегодня готова полная концепция строительства в сегодняшних мегаполисах, не напрягая. Ведь сегодня самое сложное в мегаполисе – это что-то менять. Даже в Лондоне, вот мы сталкивались с тем, расширить на метр дорогу – это значит сделать транспортный коллапс. Соответственно, технология Skyway, Юнибус позволяют строить новую транспортную инфраструктуру второго уровня, не мешая, не напрягая сегодняшней инфраструктуре. А с учетом, что это совмещенная структура и для юнибусов, и для юнибайков, значит, это уже для индивидуального транспорта, электромашины, где вы можете крутить педали, двигаться со скоростью 60 км в час. Если вы добавляете энергию от аккумулятора, вы можете двигаться со скоростью 150 км в час. Соответственно, это все единая инфраструктура. И это, друзья, то, что в этом году начинает проектироваться уже в адресных проектах, а к середине следующего года мы, друзья, уже увидим конкретные адресные проекты. Еще раз говорю, друзья, к середине следующего года мы с вами увидим уже не то, что реализованные, а реализуемые в строительстве конкретные адресные проекты. Это, друзья, тоже очень важно понимать и очень важно представить, когда по срокам, когда будут первые заказы, когда будут. Ну, во-первых, первый заказ уже идет, потому что экотехнопарк – это то, что мы, как краудинвестинг, заказываем и строим. Вот. А то, что сегодня прорабатываются адресные проекты, они уже сегодня реализуются. Вот. Поэтому, друзья, это тоже очень важно понимать. И сегодня две цифры, на которых я хотел остановиться, это 50 миллионов пропускная способность пересадочного узла. Это больше почти в два раза, чем дубайский аэропорт, но это 12 на 18 метров. Это тоже уникальная транспортная система. И второе, это городская система, и что сегодня городской лифт, сегодня Юнибус позволяет решить любые транспортные проблемы всех мегаполисов мира. И это, друзья, понимание 29 ноября, это станет очевидным всем. Сегодня многие просто говорят, мы не верим, что это может произойти, мы не верим, что это все поедет. Значит, друзья, сегодня осталось не так много времени, когда мы все это увидим. И еще один очень важный вопрос, я его просто сейчас, друзья, вскользь скажу, но это тоже, друзья, потрясающая вещь. Мы когда были на конференции в Словакии, тоже общались с специалистами транспортной отрасли и задали вопрос, а контейнеры можно возить по вашей структуре? Мы говорим, а зачем контейнеры возить? Лучше контейнер перегрузить, потому что 4 юнибуса или в грузовом исполнении это будет юнитрака. Вот, они 4 таких, это как один 20-футовый контейнер. Зачем вам вести контейнер, который сам весит там, почти там, 5 тонн, для того, чтобы
вести вам, ну, вам, если вы с ним везете одежду или там какие-то продукты питания, то сам контейнер весит больше, чем вы везете. Поэтому лучше делать систему перегрузки. А вот теперь представьте, вдоль всех дорог в Европе будут стоять вот такие небольшие опоры, и по ним в автоматическом режиме будут возить все грузы, которые возят сегодня все фуры в Европе. То есть другое утверждение, которое сегодня происходит, что в течение 5-10 лет все фуры можно убрать с дорог Европы. Соответственно, как только они об этом услышали, друзья, это был просто шок, потому что сегодня основная проблема, там уже думают и делать выделенные трассы для автоматизированных грузовиков и так далее. Сегодня фуры на дорогах — это основная проблема транспорта. Во-первых, они же, друзья, сжигают сотни миллионов тонн топлива в городах, мы этим дышим. Во-вторых, это основная загруженность магистралей. В-третьих, это аварийность на дорогах, потому что фура — это страшная вещь, которая летит с большой скоростью. И очень много случаев, когда дальнобойщики засыпают, когда неисправность машин, то есть очень большая аварийность с участием фур. Так вот, друзья, мы сегодня можем все фуры в течение 5-10 лет убрать со всей Европы. И, как вы понимаете, это еще одна очень важная программа. И когда надо вам пройти пролеты, почему очень важно, 400, 500, 1,5 километра, если вам надо пройти через реку, допустим, такую, как Неман, то вы можете это одним-двумя пролетами проходить. И это без строительства мостов, без удорожания системы. Это тоже, друзья, одно такое маленькое дополнение, это маленькое, что мы показываем. То есть сегодня, друзья, мы подошли к тому, что мы можем сегодня однозначно утверждать, что все пробки в мире, мы решаем эту задачу, а это сегодня голова. Главная боль у всех мегаполисов. Мы решаем проблему экологии, потому что мы убираем сегодня автомобили с улиц. Мы решаем проблему сегодня фур, то есть междугородних транспортных перевозок, потому что автоматизированные конвейеры, вот эти контейнеры будут перевозить ровно столько, сколько вам надо. И все это строится очень дешево, очень и очень дешево в эксплуатации. Ну вот, друзья, я думаю, что для начала и для того, чтобы прокомментировать то, что сегодня происходит. Я уж не говорю сегодня про тех засланцев или засранцев, которые до сих пор кричат, что у нас ничего нет и ничего не происходит, что это абсолютно незначимая вещь, что там нет никаких ноу-хау, нет никаких технических новых решений. Это, друзья, для них. Вот. Мы сегодня, чтобы вы понимали, что мы делаем, и чтобы когда это произошло и увидели, изначально вы четко поняли, что вы к этому имеете отношение, благодаря вам. И вместе нам это сделано, реализовано, спроектировано и построено. И тот бизнес, который сегодня будет развиваться, друзья, вот теперь подумайте, компания, которая будет решать все проблемы пробок в мире и все проблемы фур, которые находятся в Европе и в Америке, как вы думаете, ее акции будут что-то стоить или нет? Вот мне, друзья, что-то подсказывает, что будет. Так вот, друзья, мы еще подойдем к скоростным перевозкам, когда мы дадим скорости 500 км в час. Когда мы подойдем к перевозку грузов, сыпучих грузов, это угля и руды, которая будет на порядок дешевле строиться и эксплуатироваться. И то, что сегодня уже монтируется в экотехнопарке, это будет в два раза больше, чем транзит переводить. Но это, друзья, давайте по частям. На сегодняшний момент экотехнопарк начал выполнять свою задачу, он начинает демонстрировать технологию, он начинает, вот то, что сегодня, друзья, что я очень важно сделал для вас. Я продекларировал очень важные вещи, которые сегодня может быть. И сегодня у всех вопрос, если ты говоришь, это правда, это просто фантастика, это здорово, мы хотим это увидеть. Вот это, друзья, мы сегодня и создали, мы говорим, ребята, в ближайший месяц вы это увидите. И вот когда вы это увидите, вы принимаете решение, чтобы к нам приходить, либо заказывать, или нет? Если нет, а тогда зачем вам это смотреть? Тогда проблема, о чем вы говорите, она вас не интересует. Так вот, друзья, мы сегодня специально декларируем эти вещи, и задача экотехнопарка – это декларируемые возможности технологий потом демонстрировать. И на этом делать капитализацию, на этом привлекать инвесторов, на этом привлекать заказчика. Что мы, друзья, собственно, с вами делаем? 28, 29, 30 ноября у нас первая такая презентация, она открытая. То есть все, кто считает нужным, кого-то можно пригласить, приглашайте. Только, друзья, заранее адрес, на кого надо приглашение, присылайте Алексею Суходолу или Виктору Бабурину, чтобы за подписью Юницкого шло персональное приглашение. Мы туда все-таки будем только персонально приглашать, чтобы не просто кто-то приехал с улицы, а кого все-таки пригласили. Поэтому, если считаете, что кого-то можно пригласить,
обращайтесь, делайте, мы с вами будем обсуждать условия, ну там, как это дальше делать, как дальше работать. Поэтому я лично сегодня и пользуюсь таким возможностям, я не раз говорил про одного своего еврея-банкира, который 2 года надо мной подсмеивается, на 2 года, так сказать, это о том, что мы снимаем на МКАДе, как строят какие-то опоры, мы там снимаем где-то в кружке умелые руки какие-то машинки, вот что все это ерунда. Ну, после Берлина он несколько перестал так подсмеиваться, ну а сейчас, когда я его пригласил, сказал, что давай-ка на презентацию, там будет и Ротхук, и Аурикон, и министр транспорта там, ну, в общем, того, в общем, приезжай, в компании будет не скучно, и самое главное, ты своими глазами это и увидишь. Он, естественно, сказал, что он едет, но улыбка уже, друзья, не такая. Для меня это как раз будет такая 2-летняя победа, когда, да, я 2 года кивал, 2 года говорил, что да, и теперь у меня будет возможность сказать, ну как, теперь ты можешь признать, что эти 2 года, ну все-таки для того, чтобы вот это сделать, надо было очень хорошо поработать. Очень хорошо, друзья. И мы с вами поработали. Ну, а так как работает, я уже могу сказать, конструкторское бюро и личный инженер Юницкий, ну, это, друзья, конечно, просто так описать, сделать нет. Но у Анатолия Эдуардовича такая, как бы там, судьба. Это Леонардо да Винчи нашего времени. Алексей приклеил ему еще один ярлык. Он его еще и Прометеем обозвал. Вот. Но это, друзья, уже, так сказать, другого плана. Алексей, передаю тебе слово, а я, как в конце, когда буквально 3-5 минут завершающая часть. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья, те, кто у нас перешел с вводного технико-экономического вебинара, то есть, ну, я думаю, не все проголосовали даже. Да, действительно, тема, которую мы сейчас затрагиваем, она не может не волновать того человека, кто только о ней узнает. Потому что это действительно возможность, которая бывает раз в 100 лет, которая реализуется сейчас на наших глазах. И если весь мир на сегодняшний день, дорогие друзья, двигается в логике именно создания электромобилей, создания беспилотных автомобилей, которые вроде как будут облегчать перемещение, движение. И очень меня затронула статья и заинтересовала, я чуть попозже сброшу ссылку обязательно, 99 перемен. То есть, каким образом самоуправляемые автомобили вообще вот изменят нашу жизнь за несколько десятков лет. И я хотел бы привести некоторые сравнения. Обязательно мы с Биллом Мерфи-младшим когда-нибудь пообщаемся, поспорим, который написал для издания Inc. колонку. Но 2 аргумента для меня оказались прямо в десяточку. И это как раз-таки стратегия, которую Анатолий Эдуардович Юницкий и непосредственно вот мы с Сергеем Анатольевичем тоже донесли до компании вовремя именно потребность этого рынка, я имею в виду в плане юнибайков, легкий прогулочный транспорт, то есть компактный транспорт, несколько среднее, что-то между юнибайками, между юнибусами, юнилетами и что-то более простое, более легкое и более дешевое в строительстве и в финансировании. То есть господин Мерфи подразумевает, что да, действительно возникнет намного меньше случаев смертей в ДТП, травм и так далее. То есть мы с этим абсолютно согласны, но недавно Mercedes привели такой пример, что на самом деле, дорогие друзья, Mercedes беспилотный управляемый выберет тот пример именно сбить пассажира, когда у него будет предстоять выбор либо отъехать в сторону, либо съехать в кювет, либо сбить все-таки пассажира. Автомобили будут выбирать сбить пассажира. И это страшно, дорогие друзья, потому что это доказывает неэффективность транспорта первого уровня. На втором уровне таких задач просто не будет стоять. Автомобили смогут коммуницировать друг с другом, говорит господин Мерфи. И это мы закладываем в глобальную сеть Transnet. Да, действительно, у нас будет большой объем так называемых big data, то есть больших данных. И юнибусы, и юнибайки будут на самом деле обмениваться между собой этой информацией. И более того, мы предполагаем сейчас, дорогие друзья, опять же, одно из предсказаний, таких вот мрачных предсказаний футурологов, что
В электромобилях, беспилотных управляемых автомобилях человек не будет находиться в безопасности и не будет иметь никакого личного пространства. То есть, как только он сел в свой беспилотный электромобиль, все о нем будет известно той корпорации, которая подконтрольна эти автомобили. Мы же будем закладывать именно систему, когда большие данные будут максимально защищены. И сейчас мы это видим, это не ново. И вообще все, что мы будем втягивать и впитывать в Unibike, на самом деле это все есть. Но должно родиться какое-то пространство, и мы позиционируем это пространство Unibike, которое сможет, соответственно, впитать все эти направления как открытая платформа. Еще господин Мерфи говорит, что люди фактически перестанут владеть автомобилями, и все автомобили окажутся общими. То есть, естественно, концепция каршеринга будет распространена. То есть, не все будут владельцами своих юнибайков, и это вначале будет роскошью, но потом на самом деле юнибайками будет пользоваться каждый человек, потому что это будет, вот раньше мы представляли название юнибокс, то есть личная капсула такая, и сейчас немножко название поменяется, в ближайшее время вы услышите это название, но как раз таки стоимость владения электромобилем второго уровня будет минимальная. И если очень короткий промежуток времени в начале развития технологии это будет роскошью, как были обычные автомобили, то потом они станут народными. В городах сократится доход от транспортных налогов. Я хотел бы также прокомментировать это. И в этом плане мы закладываем то, что да, тоже сократится доход от транспортных налогов, но значительно увеличится поступление в бюджет от налогов конкретных услуг. То есть, соответственно, те услуги, которые будут использоваться в юнибусах, те услуги, которые будут использоваться в юнибайках, они будут составлять, так, что касается юнибайков, вообще рынок услуг и рынок тех нюансов, которые нам будет помогать решать Юник в наших повседневных задачах, наш персональный ассистент. Их будет масса, и это будет значительная капитализация, которую сегодня невозможно предположить. Ее можно только предположить и спрогнозировать, но никто не знает, какой это будет рынок. И что вообще вот есть транспортный налог, дорогие друзья? Сегодня мы платим кто по 3, кто по 2, кто по 5, кто по 7 даже тысяч платит за свой автомобиль для того, чтобы пользоваться неэффективными дорогами первого уровня, для того, чтобы стоять в пробках, для того, чтобы, соответственно, получать какие-то неприятные последствия при перемещении на неотремонтированном дорожном покрытии, ремонтировать шины и так далее. То есть вот за это мы сегодня платим налоги. И, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать, что действительно меня поразило у господина Мерфи и насколько тренд чувствуется, насколько Анатолий Эдуардович угадал этот тренд. Это действительно стоит и заслуживает внимания. Я прямо приведу примерную цитату, что в более отдаленном будущем, господин Мерфи говорит, логистика станет еще более эффективной. То есть у каждого человека появится своя личная капсула. То есть помните, мы говорили про личное пространство и так далее. Вот ничего не напоминает. Соответственно, эту капсулу будут передавать друг другу самоуправляемые автомобили. И это в репортаже по футурологии в еще одной серии по практикующей футурологии. Обязательно посмотрите в конце вебинара, я включу этот репортаж. Вы услышите это. И фактически мы говорим о том, что будет обеспечиваться максимально рациональное использование транспортных ресурсов. Более того, мы закладываем, дорогие друзья, и хотелось бы, чтобы каждый из вас понимал, что сейчас мы отрабатываем ту технологию, которая началась с общепланетного транспортного средства. Обратным счетом это все было оптимизировано до струнного транспорта. Сейчас мы будем демонстрировать в ноябре, это будет первый запуск 28-29 ноября городской пассажирской
трассы, совмещенные с легкой прогулочной трассой, по потенциалу способного выдержать нагрузки воздушного метро, то есть это до 50 миллионов человек в год. Это колоссальные показатели, и действительно показатели дубайского аэропорта. Я вам чуть попозже обязательно сброшу выдержку по дубайскому аэропорту, и действительно это поражает. То есть к 2018 году говорят, что дубайский аэропорт будет выдерживать показатели даже 80 миллионов человек в год. Ну, это всего лишь получается полторы наших станций. Уже дубайский аэропорт сможет заменить наша станция. И это действительно колоссально, дорогие друзья. Это те аргументы, также которые мы приводим при переговорах, и они действительно работают. Так вот, сейчас мы продемонстрируем пролеты, которые не может никто продемонстрировать, то есть 250-400 километров, потом это будет максимально возможным до 5 километров, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий. Затем, и это есть в бизнес-плане, в 2017-2018 году мы продемонстрируем уже высокоскоростную трассу, совмещенную с городской пассажирской, то есть вот которую вдали вы видите, опоры, которые у нас были первые самые поставлены еще зимой, 19 промежуточных опор, и готова уже и вторая анкерная опора, которая будет принимать на себя нагрузку помимо первой анкерной опоры, вот который потенциальный пассажиропоток, который мы сравним как раз таки с дубайским аэропортом. И соответственно далее уже пойдет отработка еще более перспективной технологии. И Анатолий Эдуардович выстроил стратегию развития не просто на 5, на 7 лет, он выстроил стратегию развития, наверное, на 30, 40, 50 лет. Это я могу сказать, не все корпорации могут выстроить такие планы и вообще так замахнуться далеко, потому что технологий не хватит. И компания Apple, допустим, ну, у нее разброс технологий на максимум 3-5 лет. То есть, если спросить у компании Apple, а что будет через 20 лет, они скажут, не знаем, что захочет рынок, то в принципе и сделаем. То есть, такого долгосрочного прогнозирования горизонта целей у компании Apple нет. Да, компания Google сейчас занимается также электромобилями беспилотными. Да, даже если говорить про крупнейшее IPO, недавно прогремевшее, ну как недавно, более полутора лет назад, это компания Alibaba, Джек Ма. Также с 2020 года он планирует продемонстрировать свои беспилотные автомобили. Но все это автомобили первого уровня. Если они к 2020 году планируют продемонстрировать умные беспилотные автомобили, которые, да, будут разбирать различные ямки, да, будут определять проходящих пешеходов, останавливаться перед некоторыми из них, как говорит компания Mercedes, и в случае чего сбивать пешехода, потому что важнее сохранить жизнь либо пассажиров, либо водителя, и, соответственно, выбрать из этой ситуации, совершить достаточно неэтическое решение. А мы в это время, дорогие друзья, мы уже будем заниматься отработкой гиперскоростной трассы. То есть это 1000-1200 км в час. Там будет отрабатываться система шлюзования, там будет отрабатываться, соответственно, вакуумная труба, там будут отрабатываться условия в условиях фарвакуума. И все это, дорогие друзья, не просто так. Это ступенчатое развитие технологии, это строго регламентированные этапы. Вот у нас есть 15 этапов, по которым мы идем в финансирование экотехнопарка и в развитии технологии экотехнопарка. А это вообще развитие поколений технологии. И после гиперскоростной, соответственно, создав материальную, техническую, производственную базу, мы сможем уже реализовывать глобальный проект, к которому мы все стремимся. И неспроста я на нем делаю упор на азбуке Skyway, говоря, что с этого все началось, и к нему мы как раз-таки и придем. Это общепланетное транспортное средство, которое возможно к строительству только после отработки гиперскоростей. И если Hyperloop говорят, что сейчас они могут построить, соответственно, свои вакуумные трубы, отработать их и сделать безопасными, комфортными для перемещения человека, то
Скорее всего, это брехня полная, потому что нужно отработать целый ряд технологий, либо произвести целый ряд предварительных испытаний для формирования той технологии, которую мы сейчас называем уже следующим поколением после высокоскоростной даже трассы. И только пройдя эти этапы, на самом деле можно сделать действительно эффективную технологию в перемещении внутри вакуумной трубы с высокими скоростями. Соответственно, понаблюдаем, какая будет история развития компании Hyperloop. То есть смогут они что-то показать, сколько денег они потратят. Но что-то мне подсказывает, что к 2020-2021 году мы уже этим будем вовсю заниматься на экотехнопарке. Это как раз таки к вопросу. Многие спрашивают, а когда вот на экотехнопарке закончится финансирование? Дорогие друзья, никогда. То есть да, есть финансирование именно корневой технологии, но потом технологии одна за другой будут выходить. И в этом плане я действительно сравниваю Анатолия Эдуардовича Юницкого с Прометеем. Почему Прометей? Потому что сквозь года 70-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий пробивал стены и зажигал это направление. Действительно возгорелось пламя, которое из маленьких стружек, из маленьких начал возгорится также пламя новых направлений струнной технологии, совершенно новых направлений бизнесов. Но как раз таки этот огонь новой технологии подарил только Анатолий Эдуардович Юницкий. И даже то, что делает сейчас Hyperloop, это было продемонстрировано еще в конце 80-х годов в виде концепции общепланетного транспортного средства. Это мы также будем популяризировать, это также мы будем доносить, потому что нужно помнить, где действительно были истоки. И я хотел бы обратить внимание на то, что почитайте вообще вот макроэкономический прогноз до 2030 года Сергея Анатольевича Сибирякова. То есть фактически 15 лет назад было сказано о том, о чем мы сейчас подходим. Естественно, Сергей Анатольевич Сибиряков сделал этот макропрогноз, основываясь на струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И самым главным визионером у нас является Анатолий Эдуардович Юницкий. Он делает не просто практикующую футурологию, он делает не просто вещи, объединяющие направления и Жака Фреско, проект Венера, который создал идеологию. И сейчас кто поспорит, что Skyway – это идеология, что Skyway – это сообщество, и Skyway – это объединение людей, которая строит технологию, ну, сравнить можно только с великой электрификацией Советского Союза, с строительством БАМа, который на народные как раз усилия был рассчитан. И таких примеров истории, они были, но их не так много. И то, что мы с вами делаем, дорогие друзья, я могу сказать, что это действительно стоит уважения. И дань уважения будет отдана когда-то, я верю и надеюсь, и увидим мы, и полнометражный, я думаю, фильм, потому что появились фильмы еще при жизни Марка Цукерберга, социальная сеть, появились уже после смерти, к сожалению, Стива Джобса, «Империя соблазна». И когда уже будет демонстрироваться высокоскоростное направление, когда уже не просто Екатерина Волкова, наша звезда российского шоу-бизнеса, но и многие звезды шоу-бизнеса, звезды венчурного бизнеса, звезды именно практикующие, не то что практикующие, мировой футурологии будут заинтересовываться проектом Skyway. Дорогие друзья, не так долго осталось ждать до этих времен. Мне кажется, в 2017, максимум в конце 2017 начнут происходить такие переломные изменения в информационном поле и в охвате, в реальном информационном поле Skyway, всех интересующихся вообще развитием в будущем, что финансирование уже настолько ускорится, что можно будет задумываться действительно о гиперскоростях без каких-либо финансовых
рисков. Потому что, дорогие друзья, на новом этапе будут представлены новые пакеты, и вы их увидите. Пакет мультипликатор, если кто не в курсе. Немножко такую вот я сделаю интригу. И те люди, которые поверили в технологию, как Александр Мосин, замечательное интервью, обязательно посмотрите. Как Ваня Полукаров, который тоже способствовал тому, чтобы я вошел в проект, потому что он донес через несколько людей тому человеку, который мне рассказал о проекте. И многие люди, которые начали марафон, сошли с дистанции, сейчас есть возможность вернуться, получить, соответственно, привилегию. И в новых пакетах вы сможете увидеть эту привилегию, воспользоваться ею. Больше ничего не буду говорить, потому что до перехода на новый этап не так много осталось. Завтра, если не ошибаюсь, включительно уже переносов никаких не будет. И перенос этапа произошел на 3 дня только по причине того, что ну просто заходили на сайт и невозможно было загрузить, хотя технические возможности серверов были наши увеличены в 10-20 раз, но финансовые потоки настолько возросли, фактически в каждую минуту иногда мы наблюдали по 10-15 транзакций. Это естественно радует, это формирует график строительства, уже будущего строительства, подготовки к высокоскоростному исполнению, которое вы можете увидеть в бизнес-плане. Но это не может не радовать, дорогие друзья. И, соответственно, так как мы не MLM-система, мы не какой-то проект, мы ни в коем случае не какие-то интернет-проекты, которые рождаются и падают фактически каждые полгода. Это самые выносливые, ну, максимум год. Мы демонстрируем то, что когда-то продекларировали, и те люди, которые на ранних стадиях поверили, дорогие друзья, ваши усилия и ваши надежды в числе первых будут, соответственно, оценены по достоинству. Ну а недавно, дорогие друзья, оценил по достоинству наш партнер, о котором мы говорили, Адриан Кармосы. И в конце я также поставлю обязательно отзыв после выступления или до выступления по футурологии Сергея Анатольевича. Адриан, вот буквально днем я общался, поэтому чуть-чуть задержался на вводном технико-экономическом вебинаре, и он сказал, что насколько у меня энергия сейчас рождается, я не могу это объяснить, но сейчас новый этап. Благодарю вас, друзья, то, что вы мне показали направление Юнибайка. Ну а мы, соответственно, дорогие друзья, мы увидели направление Sky Fitness, которое мы представим уже в Юрмале. Это всего лишь одно из направлений, которое мы, блядь, в наших юрких, мускулистых. Мускулистых сейчас по праву можно назвать юнибайках. И вы не представляете, насколько высокоинтеллектуальным будет наше мобильное личное подвижное пространство, в котором мы будем проводить огромное количество времени и в котором мы будем защищены. В отличие от того, что говорят такие вот как бы в мрачных прогнозах футурологи. И обращаясь также к Мерфи, я могу сказать также вот про интересный прогноз его. Также в этом мы солидарны и хочется пообщаться с этим человеком, может быть, написать письмо, так как мы действительно синхронно развиваемся в этих направлениях и в мыслях. Это тренд, который уже воплотился в реальной технологии, в реальной машине, в юнибайке. Он сказал, что основные инновации в личном транспорте придутся, внимание, дорогие друзья, на велосипеды. Что такое юнибайк? Юнибайк – это велосипед 21 века. Велосипед и ходьба – вот все, что вы сможете контролировать физические средства передвижения. Значит, вам следует ожидать больше инноваций в этих областях. И если он закладывает прогноз, то мы можем написать письмо. Господин Мерфи, посмотри, мы уже реализовали то, что ты говорил. Я думаю, что он обрадуется, потому что его мысль получила физическое воплощение. Но что касается физической формы, я думаю, без вообще каких-либо комментариев можно заметить, что Адриан Кармоце в полной физической форме. И это действительно лицо, которое по достоинству представит новое направление Sky Fitness, новое направление фитнеса будущего. Адриан недавно, 15 числа, когда я был в Германии,
победил с большим отрывом на отборочных соревнованиях чемпионат мира по натуральному бодибилдингу. Это не химия, дорогие друзья, это именно натуральная фитнес-форма, фитнес-подготовка. И как раз-таки такую фитнес-форму можно будет с подачи тренировок Андриана внутри нашего подвижного состава также обрести уже в ближайшем будущем. Все, больше ничего по этому направлению не скажу, но я спросил у Адриана: Адриан, а как ты думаешь, вот ты в прошлом году был вице-чемпионом всего мира в натуральном бодибилдинге. Подкрепит ли в тебе веру и уверенность в твоей победе, если в тебе не будут сомневаться и на тебя будут надеяться как минимум более 100 тысяч людей по всему миру, потому что ты действительно являешься фитнес-символом нашего Skyway. Адриан сказал: естественно, это даст мне неимоверный заряд и толчок энергии. И, дорогие друзья, уже скоро в Минске Адриан также испытает уже на себе наши юнибайки и скажет новый слоган, который мы проработали, который родился совершенно спонтанно в Словакии. Но об этом мы расскажем уже на конференции в Юрмале. И не только мы строим Skyway, не только мы спасаем планету, дорогие друзья, не только мы объединяем мир, но и мы сохраняем то самое главное, то, что у нас есть помимо времени, это здоровье. То есть со Skyway человек будет здоровым, счастливым. И это ли не миссия великой корпорации, которая будет менять ход истории не только транспортной, не только энергетической, коммуникационной инфраструктуры, но и жизнь обычного рядового человека, который и представит себе технологию, свою жизнь без технологии Skyway уже в ближайшие 2-3 года не сможет. Строй Skyway, спасай планету. Дай дорогу мир Транснету. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Вот, конечно, комментарии тут народ пишет, так сказать, это, но что сделать? То есть это действительно познакомился с очень уникальной парой. Там на фотографии был Адриан и Нина. Они пока еще жених и невеста. Надеюсь, что с подачи Skyway мы еще сыграем и Sky-свадьбу. Она первая красавица Словакии. Вот, тоже именно презентации здорового образа жизни, и мы сейчас с ними наметили целую такую программу интересную. Вы в ближайшее время о ней увидите. Как раз это такое Sky Fitness направление, расскажем, как это все будет делаться, как это все будет создаваться. Это вот как раз наша такая заголовка, наша работа для Юрмалы. Вот, соответственно, чем интересно, мне тут на вебинаре дневном писали, что надо чай с имбирем пить, ну, для того, чтобы здоровье было и все. Так вот, интересно, что мы познакомились как раз с Адрианом. Его, ну, бизнес, помимо того, что он профессионально занимается бодибилдингом, он еще и ведет именно компанию, которая продает настойки из, профессионально делает настойки из имбиря и меда. Интересный, Energy называется, интереснейший напиток такой, как бы. Утром он нам, ну, так-то на самолете привезти трудно было, но вот сейчас с Юрмалы обязательно привезем. То есть он, и они как раз с Ниной, вот со своей подругой, они пропагандируют именно здоровый образ жизни, именно естественный. И когда у них там образуется семья, я уверен, что мы еще и Sky-свадьбу с вами в перископе увидим. Ну вот, соответственно, это вот когда создаются такие нормальные, здоровые вещи, то есть когда люди спортивно ориентированные, люди, которые ориентированы на будущее, ориентированы на здоровый образ жизни, вот, они приходят и видят, становятся нашими партнерами, это, друзья, тоже все очень здорово радует, очень рецептов поделитесь, имбиря смотрят. А он уже продает готовые настойки, надо их просто заказывать. Соответственно, это очень такой хороший напиток. Мы его покажем тут на следующей неделе. Вот. Так что это не считайте как реклама, просто считайте это как партнерское продвижение. Мы с Алексеем эту настойку пьем. Вот она на меду с имбирем, очень полезная, очень бодрящая, очень вкусная.
Так, а что с монетами, когда раскроете секрет? Друзья, с монетами я вам сразу сказал, что это только Анатолий Эдуардович, это только личные его прерогативы. И я думаю, что это произойдет все-таки на фестивале, на Sky-фестивале, который будет в апреле. Так, поэтому, значит, друзья, давайте еще раз по анонсам. Значит, у нас с вами сегодня завершающая стадия, завтра смена дисконта. На 3 дня продлили по 2 причинам. Ну, скажем так, конечно, техническая причина это одна, очень как бы такая важная, что действительно очень многие там, особенно в спешке, кто-то перепутал платежи, где-то зависли, где-то банки не приняли, где-то платежные системы сдали сбой. В общем, было это. Поэтому шел вал, просьб просто продлить. Ну и второе, конечно, что как раз это совпало с трехлетием, с двухлетием, с юбилеем, с трехлетием создания компании 16 октября. Это совпало с временем закладки нулевого километра. И как подарок такой от компании, что, друзья, если еще хотите и вы считаете, что это вам необходимо, то еще 3 дня дали времени для того, чтобы поучаствовать, ну, скажем так, именно в завершающей стадии. Вот. Прошу, чтобы вы понимали еще одно такое, ну, штрих, чтобы не казалось о том, что это, скажем так, процесс, который не зависит к текущему состоянию. Значит, мы изначально говорили, что крупные инвесторы, крупные инвестиции должны приходить на низкие дисконты. И если сегодня у нас инвесторы стали соизмеримы уже с там, сотнями тысяч, миллионами долларов, то есть на очереди уже стоят инвесторы более крупные, потому что объем работы увеличивается. Как вы понимаете, чтобы строить скоростную трассу 18 километров, проводить весь комплекс испытаний, это очень дорогостоящее мероприятие. Естественно, что объем и инвестиции, выполненной работы, он должен быть на другом уровне. И здесь абсолютно четкая установка, что чем выше уровень инвестиций, который входит, тем ниже должен быть дисконт. Это абсолютно верно, потому что крупные инвесторы приходят тогда, когда уже риски минимальные. И сейчас я вам могу сказать, что очень большое количество людей, которых лично я знаю, инвесторов, банкиров, крупных фондов, они сидят, ждут сейчас, когда это все поедет. И когда я им говорю, ребята, будут же сменяться дисконты, они говорят, ничего страшного, мы заработаем мы меньше, ничего в этом нет. Зато мы увидим, что это есть, это существует, и тогда мы пойдем. И естественно, что как только это произойдет, там, друзья, смена дисконтов будет очень быстро происходить. Вот, потому что это будет лавинообразная процесс, когда будут одни приходить, за ними следующие. Соответственно, мы очень быстро будем менять дисконт. Думаю, что вот на этой скорости замены мы очень быстро в обозримом будущем, конец этого года, середина следующего года, мы выйдем в то, что мы закроем вход для краудинвестинга в корневую технологию, и начнется новый этап, друзья, это уже создание инвестиционного фонда, это капитализация пакетов, это уже к выходу на уже IPO на открытые продажи, то есть они тоже, это следующие горизонты, друзья, здесь целая стратегия, меня тут вопросами замучили, когда будет IPO, когда, так сказать, это, друзья, я могу сказать, что у каждой крупной компании есть своя стратегия IPO. У Microsoft была своя, у Цукерберга своя, у Amazon своя, у Bezos своя. То есть у всех была своя стратегия. И у нас будет своя. Вот. И поэтому сказать сейчас, какая она будет, я вам просто скажу. Не скажу. Не будете вы знать, какая будет. Но она будет своя и направлена на то, чтобы активы и акции, которые у вас есть, они капитализировались с максимальным эффектом. А вот то, что продать и получить прибыль можно намного раньше этого, вот это я вам точно гарантирую. 100% могу об этом сказать. Потому что тут такой шум что-то подняли, а тут чаты посчитал, это знаете, как не очень красивый анекдот, но у меня в деревне говорили так, особенно моя бабушка, что в одном конце деревни кто-то, извините за выражение, а в другой стороне кричат, что обосрался, понимаете? Вот. То есть вот примерно таким же уровнем сейчас идет обсуждение того, что происходит. Люди не знают, о чем речь, не представляют, но при этом очень активно, бурно начинают обсуждать. И еще с какими-то, меня тут завалили и письмами это, что я сказал, что не будет IPO у головной компании. Во-первых, такого никогда не было. Я говорил, что есть своя стратегия, я одну заготовку говорю всегда. А во-вторых, друзья, это не соответствует действительности. Ну, друзья, так, Андрей, чем мне стишок? Вот.
Вот. Поэтому, друзья, смена дисконта – это естественный процесс, мы к нему подошли, это значит, что идет развитие, значит, приходят инвесторы, идет развивающаяся компания, значит, процесс идет своим чередом. Работа выполняется, развитие, как вы видите, уже по новостям. Тут, друзья, мы вообще уже скоро перейдем к тому, что будем просто комментировать те репортажи, которые идут с Марьиной Горки. Более того, я думаю, что нам даже два вебинара в неделю не будет хватать для того, чтобы комментировать все новости, с какой скоростью они сейчас приходят. Значит, еще раз, 28, 29, 30 ноября делегация с Австралии, и мы собираем крупных инвесторов. Если считаете, что у вас есть желание кого-то сюда подключить, у вас есть такие возможности, подключайтесь. Алексей Суходоев, Виктор Бабурин будут персонально высылать приглашение на того, кого вы будете указывать. Дальше у нас будет презентация в этом месяце для крупных банкиров в Испании. Если получится, я поставлю трансляцию в Перископе, но если нет, то, друзья, тут уж не обессудьте, это все-таки мероприятие, которое готовится той стороной. Вот. Во всяком случае, мне бы самому было интересно, чтобы в прямом эфире прошла презентация уже такого банкира. Значит, дальше у нас в ноябре ждет, мы с Алексеем будем на презентации вот нашего традиционного клуба уже в Ганновере, это Бад Зальфульце. За Фульце, да. И, соответственно, у нас будет конференция 26-27 в Самаре. Вот, большая конференция двухдневная, там будет из мэрии кто-то, вице-мэр, может быть, сам мэр. Мы будем подготовить и подпишем соглашение. Скорее, оно уже готово, я думаю, что мы успеем подписать его к нашей конференции. Ну вот, друзья, это вот те события, которые нас ожидают на ближайшее время. Ну а так все, конечно, ждем начала ходовых испытаний, ждем репортажи и ждем тогда, когда эта вся сказка уже реально начинает обретать очертания, когда уже она становится былью. Ну вот, друзья, давайте на этом будем завершать. С Юрмалом вы увидите новую концепцию для Юнибайка, то есть это мы вам обещаем и гарантируем. Я считаю, что это будет очень интересно. Но это, друзья, первый шаг. Дальше еще будет много-много шагов таких, как мы это называем, из практикующей футурологии. Тут Анатолий Дарович пошутил, говорит, вы так со своим Юнибайком сейчас, он у вас уже летает, плавает там, он у вас так скоро и в космос полетит. Я говорю, Анатолий Дарович, не вам мне рассказывать, когда и каким образом он полетит в космос. И могу вам сказать, что в космос Юнибайк полетит обязательно, но не в этом году. Друзья, на этом давайте завершать. Строй Skyway, спасай планету.